Так, это уже у нас следующий день. То есть докатываем. Рулон готов. Вот так он выглядит. Сегодня нам надо замотать вот это все. Вон там Серега доделывает и сматывается на середину. Будет там куконьки греть. А мы будем дохерачивать это поле. Фу-фу-фу, чтобы не сгладить. Ладно. В конце видео увидим, что у нас получится, не получится. Вот уже вечер, заканчиваем. Сейчас выйду. Пару волков пройду еще и выйду, расскажу, что у нас и как получилось. Ладно. Сейчас. Я уже заканчиваю, сейчас включу обмотку. Я сегодня хотел до конца домотать все это поле. Осталось там 4, 5, 6, 7 волков. И с той стороны, наверное, столько же волков. Ну, с той стороны коротенькие волки. Почему не смог? Блин, меняли подшипник. И бухту возвращался, новую поставил. Значит, сейчас вот видим, как пресс крутит. Блин, этот центральный винт упал, я не видел. Так, вот такой вот у нас рулончик вышел. И вот, вот этот подшипник меняли. Еще один что-то по ходу надо. Тяжело поменяли его. Много времени потратили. Из-за этого не успел домотать. А сейчас уже как бы влажно, ну пару волков попробую еще добрать туда-сюда. Вот, не знаю, против солнца не будет сколько там, но я выезжал на счетчике, было 380.
рулонов. Ну, где-то пока ремонтировали мы его, этот, раза 4-5 хлопнули. То есть минус 5, сейчас посмотрим, сколько я за сегодня накатал. Ну, больше сотни, это точно. То есть вот здесь и вон там наверху все катал. Сейчас так бы 200, наверное, точно сегодня намотал бы. Но, как говорится, и не стал загадывать. Так, 380 было. 517. Ну, 7 откидываем, 510. 380 и 510. Так, 480 это будет 100, 130. Ну, не так уж и много. Так, ладно. Погнали, может, и сейчас еще полчаса помотаю. Но уже так сыростью отдает. Боюсь завтра пересушить. Рано приеду, да, домотаю. У меня еще одна там поляна рулонов 50-60 будет. Ну ладно, смотрите, что будет. Ну все, вот собрался домой ехать. Там вон вдалеке наш Сенаж. Солнышко садится уже, влажность большая. Так что вот осталось, надеюсь, завтра не будет дождя. С утра приеду. Ну, оно уж такое. Все дошло, все отличное сено. Вот, что у меня сегодня за день получилось. Ну, часть здесь тоже. А так вот, то есть больше 130 рулонов. Так что вот так. Чумазы, всем привет на канале Антон М. Уже концовку снимаю, так что посмотрите в конце, не забывайте комментировать. Не знаю, чумазый целый день с 11 здесь, плюс подшипник нас подвел, надо еще сейчас приеду, этот рулон замотал, сейчас свезу домой его, там выкину. Подшипник нас подвел в обед, и я Серегу подвел. Серега, я уже говорил, хотел уехать. Ну вот он стоит, поставили. Я уже его показывал. То есть меняли, валет скидывали. Да, кто будет на нем менять вот эти два опорных, я не знаю, как вот этот, но вот этот опорный, он опускается вниз. Мы его пытались вытащить в бок, но он вниз вытаскивается, блин, еле доперло. Так, помучились часа два, только из-за этого вальца потеряли времени. Вот здесь они расположены, под крышкой два. Второй, наверное, со временем будет маленько перед их. Тоже поменяю, подшипник там не очень мне нравится. Фокус в чем? Когда будете разбирать вот эту сторону, здесь маленько другой подшипник стоит. Там будет прорезь. Вот прорезь вниз, значит, и валец вытаскивать вниз. Ну ладно, смотрите, может, кому-то что-то будет интересно еще. Да, сегодня, наверное, 26 июня. Вовсю у нас сенокос. Со следующей недели похолодание, дожди. Ну, не знаю, как это, правда, неправда. Так что, надеюсь, что еще покосим.